Вы думаете, это бредит малярия? Это было. Было в Одессе. Приду в 4, сказала Мария. 8, 9, 10. Вот и вечер. В ночную жуть ушел окон хмурый, декабрь. В дряхлую спину хохочет, ржет канделябр. Меня сейчас узнать не могли бы. Жилистая громадина стонет, корчится, что может хотеться этакой глыбе. А глыбе многое хочется, ведь для себя не важно. И то, что бронзовый, и то, что сердце холодное железкую ночью, хочется звон свой спрятать в мягкое, в женское. И вот громадный горбись в окне, плавлю лбом стекло окошечное. Будет любовь или нет? Какая? Большая или крошечная? Откуда большая у тела такого? Должно быть маленький, смирный любеночек. Она шарахается автомобильных гудков, любит звоночки коночек. Еще и еще, уткнувшись дождю лицом, в его лицо рябое жду, обгрызанный громом городского прибоя. Полночь ножом мечась догнала, зарезала, вон его упал 12-й час, как сплахи голова казненного. В стеклах дождинки серая свырись, гримасу громадили, как будто воет химера собора Парижской Богоматери. Что же, и этого не хватит, скоро криком издерется рот. Слышу тихо, как больной с кровати спрыгнул нерв. И вот сначала прошелся едва-едва, потом забегал, взволнованный, четкий. Теперь и он, и новые два мечутся отчаянные, чечетка, и рухнула штукатурка в нижнем этаже. Нервы большие, маленькие, многие скачут отчаянные, и уже у нервов подкашиваются ноги. А ночь по комнате тянется и тянется, и стены не вытянутся отяжелевшему глазу. Двери вдруг заляскали, будто у гостиницы не попадает зуб на зуб. Вошла ты резкая, как Натя. Мучая перчатки за уши, сказала: знаете, я выхожу замуж. Ну что ж, выходите. Ничего, покреплюсь. Видите, спокойно, как пульс покойника. Вот, помните, вы говорили: Джек Лондон, деньги, любовь, страсть. А я одно видел. Вы Джоконда, которую надо украсть. И украли. Опять влюбленный выйду в игры, а огнем озаряя брови загиб. Что же, и в доме, который выгорел, иногда живут бездомные бродяги, дразните. Меньше, чем у нищего, копейка у вас изумруда в безумии. Помните, погибла Помпея, когда раздразнили Везувий. Эй, господа, любители святотатств, преступлений, боин. А самое страшное, видели лицо мое, когда я абсолютно спокоен. И чувствую я, для меня мало кто-то из меня вырывается упрямо. Алло, кто говорит? Мама, мама, ваш сын прекрасно болен. Мама, у него пожар сердца. Скажите сестрам, люди и Оле, ему уже некуда деться. Каждое слово, даже шутка, которую изрыгает обгорающим ртом он, выбрасывается, как голая проститутка из горящего публичного дома. Люди нюхают, запахло жареным, нагнали каких-то блестящие в касках, нельзя сапожище. Скажите, пожарные на сердце горящие лезут в ласках. Я сам глаза на слезные бочками выкачу. Дайте о ребра опереться. Выскочу, 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 выскочу. Рухнули, не выскочишь из сердца.